Кроме того, по заданию Жанны Белоцкой в этом году будет разыгран тендер на уборку несанкционированных свалок, которых сегодня в Ноябрьске насчитывается около десятка. В большинстве своем мусорные кучи скапливаются в отдаленных районах города, в частности в поселках. Глава города поручила разобраться с этим вопросом. Более того, в начале следующего месяца Жанна Белоцкая со своими заместителями планирует организовать субботник в 15-й мехколонии.